Этот ноготь мы не стрижем, как вот этот подмяска. Этому ногтю мы оставляем немножко свободного края. По одной простой причине, потому что он закручивается. Если мы его будем обрезать слишком коротко, он будет врастать в палец. Так как мы не хотим, чтобы он врастал в палец, мы его немножко оставляем подлиннее. И все, он просто немножечко как бы длиннее. Так, это только этот ноготь. На той ноге. На той ноге тоже. И на той ноге тоже, да, второй же так. Да. Хорошо, спасибо. Ты к вот этой, которая потолокша, ты можешь